Общественный совет при межмуниципальном управлении МВД России Одинцовская в том числе выполняет и социальную функцию. На этот раз в центре внимания общественников безопасность детей в летних оздоровительных лагерях. Познакомили ребят с техникой безопасности, которая может пригодиться на водоемах, а также раздали им памятки, чтобы напомнить о том, как нужно вести себя на дороге, как нужно вести себя с незнакомцами, и вообще напомнили о личной безопасности в летний курортный сезон. Ежегодно в летний период для артистов детского театра «Ласточки» формируется творческая смена. Ребята не только играют в подвижные игры на свежем воздухе, они много репетируют. Вокал, хореография, актерское мастерство. День воспитанников расписан по минутам. Каникулы для нас тоже один из важных моментов в коллективе, потому что очень большая концертная деятельность, много выступаем, конкурсы. И обычно в июне месяце всегда куда-нибудь уезжали. А в этом году решили творческие сборы провести непосредственно на нашей базе основной. И июнь тоже был очень насыщенным. Были конкурсы, концерты, выступления. А в свободное от занятий время дети, как правило, предоставлены сами себе. И вот тут их может подстерегать опасность. Как правильно вести себя дома, на прогулке? Что необходимо сделать, если к вам на улице пристает незнакомец? Обо всем подробно рассказали сотрудники полиции и члены общественного совета. Детям нужно напоминать как можно чаще. Говорить об этом, как и в семье родителям очень часто напоминать о безопасности, о правильном поведении на улице и в общественных местах. И даже здесь, когда мы находимся на творческих сборах, мы и утром им напоминаем, чтобы они понимали, что можно делать, а что нельзя. Предупрежден, значит вооружен, о личной безопасности никогда не стоит забывать. А чтобы этого не произошло, гости вручили юным артистам памятки, в которых рассказано, как должен вести себя ребенок в той или иной ситуации. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».